Всего месяц прошел с начала учебного года, а самые младшие ученики Щелковской детской музыкальной школы уже не только выучили, как зовут преподавателя и в каком кабинете проходят занятия, но и в некотором смысле освоили инструмент. Скрипка, этаж 3, 24 кабинет. А почему ты скрипку выбрала? Ну, захотелось как-то. Чем тебе нравится этот инструмент? Потому что он очень красиво звучит. А что ты знаешь про скрипку? Ну, про ее части я знаю корпус, 4 струны соль, ре, ля, ми, подставка, подгрифник, гриф и головка и шейка. Больше забыла, наверное, все. Итак, устройство инструмента изучили, ноты знают, а вот уже и участие в первом концерте. Первоклашки стали главными героями музыкального праздника, который в начале каждого учебного года организуют педагоги струнно-смычкового отдела под руководством Елены Лукьяненко. Каждый раз это посвящение не только Международному дню музыки, который отмечается 1 октября, но и чему-то еще. «Мир музыки», «Мир сказок», «Мир детей» – так в этом году назвали мероприятие. И приурочили его к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По Пушкину написано немало музыкальных произведений, в том числе на его знаменитые сказки. Ученики струнного отдела из разных классов, включая первоклашек, как выразилась Елена Лукьяненко, поиграли в оркестр, сыграли эпизод из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и «Марш Черномора» из оперы Глинки «Руслан и Людмила». Мы подбираем то, что и современно, и в то же время традиционно. Вот именно в этот праздник сегодня у нас очень много музыки из клавира Глинки, из клавира Римского-Корсакова. И, конечно, мы не отходим от современных, моментов. Живая музыка, ну и игра в оркестр. Что детям дают? Мы детям показываем, во-первых, энтузиазм. Как мы любим музыку. Второе, как мы любим свою работу, как мы любим школу. А еще на празднике играли в игры, отгадывали музыкальные загадки, читали много отрывков из стихов Пушкина. Каждый в зале выучил хотя бы несколько строк. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые, не скорлупки золотые, ядра чистые изумруд. Вот что чудом-то зовут. А вот и самый торжественный момент вечера. Первоклашек традиционно посвятили в юные музыканты, чтобы гордились этим званием. Малыши поклялись любить музыку, радоваться каждому уроку, удивлять преподавателей и родителей, стараться играть и петь на славу и, конечно, любить родину. Каждый юный музыкант получил свой сладкий подарок. И как нам рассказали по секрету, пряники в виде скрипки изготовили сами педагоги, чтобы праздник запомнился надолго. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.